Кто такой пожарный? Пожарный – это человек, который спасает людей и зверей от огня. Он тушит пожар шлангом и огнетушителем. Пожарный занимается, чтобы в городе был полный порядок. И они следят за тем, чтобы ни один дом не сгорел. А то хоп, дом сгорел, и так могут все погореть. Вся планета хоть и сгорит. Пожарные – это они тушат пожар, когда дом как-нибудь загорелся. Или когда машина, я видел пожар. Какая форма у пожарного? У пожарных форма вся красная, потому что пожар красный, чтобы они понимали. У него шлем стеклом, а на ногах сапоги и штаны. Фартук оранжевый и шорты. Еще у пожарного есть варежки, которые защищают его руки, и на каске есть защитное стекло. А на спине есть такой баллон, в котором содержится вот этот кислород, которым пожарные дышат в этом стекле. У них еще есть каска, машина, еще гидрошланг, лестница. Кому помогают пожарные? Пожарные помогают нам, людям. Чтобы их дома не сгорели, чтобы детки не умерли, чтобы кошечки маленькие не погибли. А людям, которые в пожаре, собакам всем. Каким должен быть пожарный? Решительным, сильным и храбрым. Смелым, сильным, храбрым. Ничего не боятся высоты. Смелым, не трусом, отважным, ответственным. Бояться препятствий. Сильным, умным и ловким. Героическим, отважным, смелым, храбрым, сильным, добрым, любознательным. Смелым, добрым, сильным.